Приветствую всех! Меня зовут Виктория Гринцова. Я профессиональный преподаватель трех языков – английского, немецкого и испанского. Хочу немного рассказать о своей методике преподавания полного погружения в язык. Я как педагог, конечно же, заинтересована в том, чтобы мои ученики могли свободно говорить на языке. Так как опыт преподавания у меня уже довольно большой, более 20 лет, то я выработала и, можно сказать, по крупинкам собрала все те методы и методики, которые помогают ребенку заговорить. Я пользуюсь специальной платформой для учителей, где я могу разместить все свои материалы и даже сама сделать свои упражнения или марафоны для учеников. Сайт прекрасно структурирован. Итак, мы задействуем все аспекты изучения языка. Speaking, listening, writing. Мы смотрим и обсуждаем видео, что развивает восприятие речи на слух и разговорный навык, конечно же. Я также активно использую метод storytelling, рассказывание историй, где мы описываем картинки, делаем пересказы и сочиняем свои рассказы. Такой метод значительно расширяет словарный запас ученика. Не забываем мы и про страноведение. Смотрим и обсуждаем видео про культуру, традиции и истории англоговорящих стран. Обсуждаем интересных людей, например, Илона Маска, Альфреда Нобеля, недавно даже Ангелу Меркель по просьбе учеников. Что же касается грамматики, то ее мы учим через диалоги. Ну, таким образом мы доводим навык до автоматизма. Уже через довольно короткий промежуток времени ученики начинают хорошо понимать и говорить на английском языке. Родители и ребята очень довольны. Видеоотзывы вы можете послушать после презентации. В этом видео я также хотела бы рассказать о своем курсе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Он также четко структурирован и находится в записи на платформе. Мы отрабатываем весь материал на уроке с учеником, что делает особенно удобным эту платформу. Это то, что ученик потом сам может выйти онлайн и проделать все упражнения с автопроверкой. Сделать это можно даже перед самым экзаменом. Весь курс состоит из 30 уроков. Таким образом, если делать это каждый день, то можно повторить весь курс за месяц. Итак, кого же я хочу видеть на своих уроках? Или точнее, кого я не хочу видеть? Люди, которые думают, что по мановению волшебной палочки они начнут говорить, но при этом ничего не делают. Хочу же я видеть учеников, которые четко, без пропусков, планомерно, с интересом занимаются и делают домашние задания. Да, домашние задания. Я считаю, что домашние задания являются неотъемлемой частью учебного процесса. Но со своей стороны я вам обещаю, что задания будут интересными и вам будет хотеться их делать. Занятия я провожу индивидуально и в мини-группах. Приходите на мои занятия. В конце концов, всегда есть возможность попробовать. Пробуйте, и вы сами увидите результат. Жду вас. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я перехожу в 8 класс. До обучения Виктории Евгеньевны я сталкивался с проблемой изучения английского языка. Здравствуйте, меня зовут Ксения Постойко. Я проходила ускоренный курс по подготовке к ОГЭ по английскому у Виктории Евгеньевны. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Павлюк. Я учусь в 8 классе, и в этом году я начала ходить к Виктории Евгеньевне. Здравствуйте, меня зовут Загоруйко Светлана, я учусь в 9 классе. Занимаюсь у Виктории Евгеньевны второй год, и сейчас начала заниматься по видеоурокам. Я Загоруйко Александр, учусь в 8 классе, 7 гимназии. Хожу к преподавателю Виктории Евгеньевны уже 3 года. Здравствуйте, меня зовут Мичелин Кмитий. Я учусь у Виктории Евгеньевны. Здравствуйте, я Елена Подгорная. Моя дочь перешла в 4 класс, то есть в школе изучала английский язык 2 года. Но никаких результатов хороших я не видела. Поэтому мы решили этим летом обратиться к репетитору, так как ребенок не справлялся самостоятельно. Добрый день, меня зовут Ирина, и я мама Маши Ереминой. Девочке 9 лет, и мы с удовольствием ходим к Виктории на занятия английского языка. Сейчас же все изменилось. Я могу свободно говорить на английском языке, понимаю лексику.
На уроках очень много интересного и нового. У Виктории Евгеньевны я могу лучше понять материал. Благодаря видео, которым она снимает, я могу его также повторить, когда я не у нее. То есть мы прошли один материал, я что-то забыл, посмотрел видео. Курс был очень интенсивным, длился он 1,5 месяца. Было очень много грамматики, лексики, много текстов. Я узнала много всего интересного. Мы разобрали много тем, у меня увеличился словарный запас, и я стала понимать грамматику даже past perfect. Дело в том, что у меня много кружков, и возвращаюсь домой я очень поздно. Поэтому видеоуроки — это очень удобно, быстро и качественно. Потому что в любое для меня удобное свободное время, где угодно я могу открыть видеоурок и подготовиться к своим урокам, получить очередную пятерку. Также могу закрепить изученный материал. Очень понравилась система Виктории, которая заключается в том, что английский язык – это прежде всего инструмент общения, и на этом основывается ее методика. Я увидела значительный прогресс в знаниях моей дочери. В школе она не проявляла абсолютно никакого интереса к изучению языка, а буквально после первых же занятий у Виктории Евгеньевны она стала посещать занятия с удовольствием. Домашнее задание она делает самостоятельно, то есть мне не приходится ребенка заставлять, ей нравится изучать язык, ей нравится делать домашнее задание. Она постоянно пытается мне что-то рассказывать на английском языке. Эти занятия очень помогают в учебе в школе. Я имею очень хорошие оценки, также смотрю видео в группе. Там эти видео очень удобные и хорошо помогают понять тему. На уроках достаточно весело. Это не лекция. Вот все, что я знаю об Англии, я это узнал тут. У нас отличные оценки по грамматике. Домашнее задание она делает сама. И проверяю, не нахожу ни одной ошибки. Ходит ребенок на занятия Виктории с большим удовольствием. А также эта любовь к языку у нее перенеслась и на школьные занятия. В школе одни только пятерки, даже пятерки с плюсом. Иногда спрашивают, да что же можно было сделать на пятерку с плюсом? Это же высшая мера похвалы. Сейчас я один из лучших учеников в классе по английскому языку. Я рекомендую всем заниматься у Виктории Евгеньевны, потому что помимо материала школьного и общеизвестных английских тем, мы готовимся к ОГЭ. И также рекомендую заниматься по методике видеоматериала. Также в видео мы проходим словообразование и предлоги, что важно для экзаменов, как ОГЭ и ЕГЭ. Я научилась писать письма, сочинения. В общем, я продолжаю ходить к Виктории Евгеньевне и советую вам, не раздумывая, вы получите ответы на все вопросы и индивидуальный подход. Так что крайне рекомендую ходить к этому преподавателю. Я собираюсь продолжить обучение у Виктории Евгеньевны. Спасибо ей большое. Всем советую. И думала, что можно подготовиться к ОГЭ так быстро, потому что это достаточно сложный экзамен. И в итоге я получила пятерку. Мне очень понравилось. Рекомендую всем этого учителя. Несколько месяцев у Виктории Евгеньевны мы подтянули то, что проходили в школе 2 года. Без результата, скажем так. Очень довольна знаниями ребенка, потому что учитель хорошо оценивает ее знания. И очень довольна.